Серебрянцев мы сейчас двигаем на радио Огонёчек нашим коллегам. Шоу Black to White. Шоу Black to White. Шоу Black to White — это прям вот такие ребята, их мы прекрасно знаем. Гаглоев. Обладатель куртки со скидкой. Человек, который наиболее стилево появляется с пакетами с едой. Саймон. Это Катька Калинина. Это самый красивый диджей. Пошли в студию. Как человек, который был в студии, могу сказать, что мод поет сам. Так, друзья, мы снимаем ролик для Авторадио. Абрамян косячит 60-й дубль. Let's go! Шикарный план! Там ла-ла-ла-ла-ла, добро пожаловать! Открываем дверь. Да. В момент открытия двери мы клеимся, на Серегу. Блин. Не матерись, Виктор абсолютно прав. Что, в лифте, ребят, снимать не будем? Давай! А у него как раз перерыв закончил. Не, стойте! Чуваки, понимаете, смотрите, после, я как только первая пауза, я сразу захожу. Придумываем, мы придумываем перепланировку, ребята. В доме на Нагатинской от компании «Лидер ответа». 9 200 000 рублей она стоит. Так, ну что, обзор на квартиру, ну-ка, Андрюх, подсвети, что у нас тут? Очень сложно снимать, друзья, когда вокруг перфораторы. Давай, собраться будем. Собраться с друзьями на уютной кухне. Да чтоб тебе так. Let's go. Я хотел свою квартиру. Готов? Да. Поменяй гудки в мобильном на гимн Авторадио и выиграй эту замечательную квартиру в Москве. Замечательно. Самая организованная съемка, на которой я присутствовал вообще. Почему? Ты на предыдущей уже это говорил. Да. Все, поехали. А, Виктор в туалете. Ты тоже в туалете. Творческие диспуты, друзья, проходят в том числе и в таких местах. Палка. Не то, что у тебя, старший брат. Вот это камера. Вот. Можно свой влог вести. Теперь вы понимаете, почему у нас блог не раскручивается? Потому что операторы вот такие вот. Как бы вот в этом сложность основная. Значит, называют 5-килограммовый штатив селфи-палкой. Всем привет. Во сколько у вас будет суперкрутая рэп-погода? Сейчас. Рэп-погоду мы хотим. А расскажите, что вы снимаете? А вы-то что, не работаете? А мы до 10. Мы тоже хотим ресетировать. А вот, понимаешь, все как повелось, у нас так сразу началось по этому. Правильно работать. Сказали, так, ребята. Тихо. Мне интересно, сколько людей тебе пишут в социальных сетях, типа, у тебя такое красивое что-то. Нет, вот почему? Заявки в друзья. 36 578. А сообщение я просто закрыла буквально недавно, потому что была жесть. Я хочу есть. Вот, я хочу. А, нет, законченная мысль, да? Ну да, я хочу. Причем. Хочу. Вот смотри, вот это вот. Кому вдруг нужна. Ладно, все, мои лишки хватит ловить. Блин, так интересно, конечно. У нас сегодня в гостях робот-тестер. Киборги идут. Вот здесь у него, видимо, третий глаз, он же камера. Бабочка. Тихо, не трогай. Не трогай, сломаешь робот. Датчики все сумасшедшие. Фонарь. О! Мэн! А он, ну-ка, сходит, интересно, за попу, да? Ну, не порт мне робота. А может просто... Тебя напугали, да? Просто так, он может разговаривать с ней для эфира?
Привет, я Сергей. Полон, ну, может петь, танцевать, общаться с людьми, играть в театре. Он играет в трех театрах, в Польше, какие? В Корее. И... Но он участвовал в новогодних постановках. А он робота играет или... Он играет, блин, даму с собачкой. А ты потом удивляешься, почему у нас мало подписчиков. Вот почему. После твоих шуток. Тупая шутка, даже роботы засыпают. В Польше он играет Шекспира. Понял. У него есть эта самая сцена. To be or not to be. That is the question. И я могу быть кем угодно, хоть горным эльфом, в зависимости от настроения программистов. Но я предпочитаю быть... мужчиной. Как вы просыпаетесь утром? Расскажите нам, потому что еще пока тяжело. Я делаю планку. И ты, когда делаешь планку, ты что, трясется, поднимется, и ты просыпаешься. Ты сколько ты часов делаешь планку, что начинаешь? Во сколько нужно встать, чтобы еще в планке постоять? 11 секунд я сейчас мой рекорд. Это и класс. 10 минут планки. Вот так вот просто все. Это хороший результат. А вчера я сорвала спину на планке. И я еще быстрее просыпаюсь. Потому что я буду просыпаться. Да. Ты хоть только глаза открываешь. А ты стоишь в планке, Саймон? Тоже так просыпаешься? А, нет. Он джинсы с утра гладит. Он гладит джинсы. Ты гладишь джинсы? Да, он стоит в 4:30. А вы еще носки не гладите? Покажи свое лицо. Саймон, сейчас Абрамян будет еще позже приходить на работу, потому что он и так без пяти приходит, сейчас опаздывать начнет. Вы во сколько стоишь? Я в 5. Я в 4:40. 4:40. И да. Все равно опаздывать. Нет, я не опаздывал. Абрамян опаздывает? Я не опаздывал ни разу. Хожу просто без пяти, как бы, ну, то есть, за благовременно. 3 месяца, и будет нормальная привычка. То есть, вставать на автомате. Сейчас зима начнется, такая жестила. 3 года? У тебя всегда чуть более пессимистичные прогнозы. Ну, ребят, вам, наверное, часок накинут. Не-не-не, 3 года. Я приехал на настоящее пацанское мероприятие. Это, ребята, хоккей. Это московский ЦСКА, который играет сегодня с рижским Динамо. Выглядит все вот так вот. Мы идем навстречу с прекрасной девушкой Тамарой. Команда уже на площадке. Друзья, знакомьтесь, это Тамара. Тамара, скажи всем привет. Привет. А, ребята, я вам не сказал, я ведущий на этом мероприятии. Тамара, продюсер. Она делает все для того, чтобы лошара ведущий не ошибся в составах, фамилиях игроков и вообще в том, где он находится в ориентации в пространстве. Где-то играет оркестр, мы ушли туда, где тише. Сейчас будем заполнять стартовые составы. Стартовые пятерки. Брэндон. Макмиллан. Ларс Юхансен. Ну что, вот так выглядят стартовые пятерки, которые я буду орать уже буквально через 25 минут. Вся вот эта телега, которая в начале матча произносится, это делаю я. Let's go. Это тоже своего рода конкурс. За 6 раз я, по-моему, еще ни разу не навернулся. Let's go. ЦСКА сравнял. Счет 2-2. Дело идет к овертайму. Все, домой, ребят. Джентльмены, всех с победой. Примерно так все, друзья, и выглядит. Было любопытно. What's up, народ? Маш бутерброд. Через 10 недель уже Новый год. 13 градусов выше нуля. Мокрые крыши, мокрая земля. В среду, 18 октября, в городе пасмурно и небольшой дождь.
Обожаю такую подачу погоды. Ты каждый день это делаешь, вот эту историю? Каждый божий день делаю. Красавчик. По секрету мы иногда старый текст берем. Секреты утреннего шоу на Energy, ребята. Я видел твои фотки с дачи. То есть ты реально в отпуск не гоняешь куда-то там, вот как Морозова, по Европам, там по красивым местам. А ты, то есть, реально ездишь на дачу и там выращиваешь овощи. Наездился, то есть мне теперь интересен Россия, особенно дача. Если сейчас я расскажу, где живу, конечно, люди приедут. И... За огурцами причем. Вот эти вот. Причем без химии. Запад моей руки. Вот кто мог подумать, да, что сами растут огурцы без химии, самые вкусные во всей области. Можно даже не московский. И грядка зелени, и он говорит, что это укроп. А там такой укроп. Местному участковому он рассказывает, что это укроп. Вообще все в деревне думают, что ты участковый у них. Просто редко приезжаешь. Рейндж Ровер, Вила, прошу любить и жаловать. Спасибо. Вау, ну что ж, вы первые, кто видите этот замечательный автомобиль. Прошу! Выступает паста. Просто бренд Амбассадор. Экранов уже просто нет ничего, напоминающего обычные спидометры. Метро Парк Культуры. Сколько домой не так далеко ехать. Да нет, конечно, как вы можете помешать? Начала общаться, потом узнала, что у меня Mazda. Хотя, может быть, у меня Mazda, понятие, RX-9. Но какая разница, даже Mazda, а не Land Rover. Так и живем. Я только на RX-8. RX-9 просто не вышло еще. Сами чувствуете, что мало работаете? Ну, вроде нормально общались, как бы, да, и вот... Судя по всему, общение подошло к концу. Спасибо, всего доброго, ребят. Да, я тоже за руку подержусь, который выращивает волшебные огурцы. Мы реально за вас болеем, так что удачи. За нас болеют, чтобы нам час работы накинули, болеют.